Я приветствую вас на канале сети магазинов отделочных материалов Домикс. И сегодня хочу вас познакомить с каталогом обоев Акан от немецкой фабрики Марбург. Коллекция примечательна тем, что здесь собраны потрясающие имитации натуральных текстур, которые едва можно отличить от настоящих. Обои очень приятны тактильно, паттерны подойдут для современных интерьеров в эко-стиле, джапанди. И в целом с их помощью можно создать очень уютное и умиротворяющее пространство, даже вовсе если и не привязываться к какой-то конкретной стилистике. Здесь много фоновых текстур, имитирующих натуральные материалы под лен и под плетение, напоминающее волокно рафии. Обои с выраженной фактурой, великолепной проработкой деталей. И интерьер получится благодаря этим текстурам очень свежим и естественным. Оттенки подобраны природные, мягкие, создают очень приятную и располагающую к расслаблению обстановку. Потому что, ну а где же еще отдыхать и расслабляться, как не в собственном доме? Здесь золотистый оттенок рафии. Вариант сольную партию может играть и выступать дуэтом с более гладким фоном под тончайший лен. Или стать компаньоном к брускам под дерево, имитирующим популярный елочный узор. Такой рисунок создает приятную глазу симметрию и задает помещению правильный ритм. И его также можно разбавить очень нежными вариантами под льняную ткань. И, конечно, как и в практически любом современном каталоге, не обошлось без панно. Оно очень впечатляющее, отсылает нас к историческому событию, переходу Ганнибала через Альпы. Поверхность невероятно приятная, на ощупь такая бархатистая, нежная. И такое панно, несомненно, станет центральным элементом комнаты. Два варианта рисунка можно выбрать, и оба они со слонами в разных ракурсах и движении. Возвращаемся к рулонным обоям. Здесь елочка в достаточно яркой подаче, такая сочная, в оттенке красного дерева. А здесь золотисто-коричневый дуб, очень благородный оттенок древесины. И три варианта фоновых компаньонов можно подобрать. От светлых и скорее контрастных до близкого коричневато-золотистого однотона под лен. Еще порция воздуха и нежной лаконичности. Бежевато-серый фон под льняную ткань. И в том же оттенке рафия фон под штукатурку, пришедший сюда из каталога травертина. И узор под паркет елочка. Здесь елочка в темно-сером оттенке. Побрутальнее сразу выглядит узор в этом цвете. И поближе посмотрим детали. И мы перешли к еще одному акцентному варианту. Паттерну с имитацией реек. Конечно, уже немало мы видели в разных коллекциях подобный рисунок, но здесь рейки не матовые, как обычно, а блестящие, такие более торжественные, так скажем. И их выразительность подчеркивает контраст с матовыми фонами под текстиль и плетение рафии. Здесь самая светлая подборка вариантов из всего каталога. Практически белый лен, рафия и штукатурка. И елочка в оттенке, близком к белому дубу. Здесь блестящие рейки в красноватом медном оттенке. И второй вариант, ближе к золотисто-коричневому. И плюс два
фоновых компаньона. На этом каталог завершился. Обои виниловые на флизелиновой основе, метровой ширины, отличной плотности, простые в монтаже, в уходе. И если вас заинтересовали обои из данного каталога, обращайтесь в магазины Домикс. Онлайн или офлайн, обои есть в наличии. Спасибо за внимание. Всего доброго!